В Ульяновске проходит второй этап замены проводов уличного освещения. С помощью автовышек сотрудники подрядной организации меняют обычный или голый провод на самонесущий изолированный СИП. Такой кабель обеспечит бесперебойное электроснабжение. К тому же СИП надежный, ему не страшны дожди, мокрый снег и гололед. Срок службы до 25 лет. На данный момент работы проводят в Засвияжском районе на улицах Терешковой и Полбина. Ну, сложность заключается в том, что здесь обрезка деревьев надо делать. Вот. Ну, мы как-то пока обходимся без этих моментов. Вот. Протягиваем воздушные линии без обрезки. Вот. Допустим, на другом участке обрезка деревьев требуется полностью всей улицы. Вот. Задействовали людей где-то в районе 10-15 человек. Однако основной акцент будет сделан на Заволжском районе. Это Верхняя Терраса и Новый Город. В марте на улице города заменили 30 километров проводов. В апреле стоит задача заменить вдвое больше. Как отмечают в МБУ «Горсвет», благодаря начавшейся модернизации системы уличного освещения уменьшилось и количество обращений. За ситуацией следят из диспетчерской. После проведения работы по замене неизолированного провода на сам несущий изолированный провод на сетях наружного освещения заявки от жителей, города Ульяновска уменьшились процентов на 30 точно. Заявка принимается диспетчером. После того, как заявка поступила к нам, мы отдаем начальникам районов. Монтеры проезжают, проверяют, отрабатывают и исправляют какие-то недочеты. Работа по замене провода началась в прошлом году. Тогда по поручению главы Ульяновска Александра Балдакина на системе уличного освещения было смонтировано 250 километров СИП. Работы велись в Правобережье. Анна Тищенко, Управда ТВ.